хорошая ванна, большая, да, Настя? Надюш, иди раздевайся. О, ну что такое? Вот так мы с Надюшей отмечаем День Святого Валентина. Так вот меня отделяет товарищ. Еще не успел жениться Святой Валентин на этой женщине, а уже у меня ухватный кусок купальщик. Что ж дальше такой, товарищи? Значит, скажите мне. Хорошо. Не знаю. Вот это уже плохо всегда, понимаешь, когда ты женишься. Ну, или как хорошо сделаешь? Не знаю. Опыт подсказывает, что пока не женишься, все прям шоколадно. Ничего же не изменилось. Очень изменилось. Даже родители, отношения родителей. Да. Я обещал. Я всегда выполняю свои обещания. У тебя. Можно я тебя отвлечу? О, можно. А? Вот он какой, Ромка. Рома, нельзя попу поворачивать. Все, хватит, папарацци, уходи отсюда. Ну пусть она вспотеет, вот такая. Надюш, вот не надо, не надо, все. Вот такая здесь ванна, вот Рома плавает. Такая ванна, такая парилка, мы сейчас из парилки только что вылезли. Здесь парилка, вот посмотрите. Ты смотри, там твое отражение бывает. Нет, вроде. Может быть. Не, нет. Нет? Это я. Стали, стали все! Так, внимание! В общем, сегодня 15 февраля, 17-я годовщина вывода войск из Афганистана. Вот так он вмещается в Иркутске. На Путин для конца или нет.
посмотрим. Героев в лицо. Братцы, правильно? Надежда. Мы едем все-таки в Тольцы или в Аршан? Тольцы. Это, на заправку едем? Ну, мимо, там есть заправка мимо? Ну, по пути. Должна быть? Должна быть, конечно, угу. По правой стороне. Надюш, нас сними тоже. Тише. С нами маленькие девочки, наши дочки, наши дочки. Наши с Мишкой вот дочки. Вот какие ноготочки красивые. Да. Просто в Тольце намного ближе. Ну, понятно, что в Тольце совсем рядом. Чё, Ром, не тесно тебе? Да нормально. Отодвинься еще, может, чуть-чуть. Да ладно, что сидеть. Действительно, да, женщина. Вот приехали в Тольцы. Сколько был на Байкале, ни разу не был в Тольцах. Вот. Более случаем мы оказались в Байкале. Тольца. Наверное, туда. Пойдем. Стас, ну ты что там? Застрял? Бибику будем доставать. А? Бибику будем доставать. Да давай это, посмотрим, а что там потом? Как думаешь? Что такое? Зависли такие. Это мы, девчонки, да? Это я, папа Ленин. Привет всем. Мы в Тольцах. Нас Надюша снимает. Виновата. Все нормально? Ну, все. Ну хоть скажи что-нибудь, Вера, что застыли? Что застыли? Ну какая. Привет, мы в Тольцах вроде бы, что-то я понять не могу. Где вот Тольцы, вот тебе вся деревня, вон, пошли. А вход-то где? Вот-вот вход, пошли. Это вот была деревня, люди померли все. И люди живут здесь. Теперь сделали это. Выставка. Ну что, идем в выставку. Где стекло делают? Ну чего? Смотри, как классно делают. Здесь амбары, наверное, были. Или это, коров держали. Устилинский район, это наш район. Погнали. Заходим. Заходи. Зарубин, да? Надевайся. О, тут тепло. Тут печкой топили. А тут у вас это... Сейчас на городе пойдем. Сейчас походим по музею. Аккуратно, здесь не трогай. Это что, осколки, видимо, да? А что они все самые разбитые? Бутылка. Нормально. Ходят тут всякие, разбивают, наверное. Это раскопки. Это не про вас, девушка. Фляжка. Лера, она не продается. Спроси у тетеньки, она продается?
Продается, все продается на свете, Вера, не верь папе. Тоже будем грабить. Сейчас пока еще смотрим. Вот так вот. Нет, не снял. Не, ну я правильно сказал, нельзя в музее же покупать ничего. Пойдем. Пошли дальше. Горка там, да? Куда пойдем? Видишь, какой домик? Сезарку ходит. Сезарку ходит. Очки надо было взять, да? Че борода-то говорит? Опять какая горка? Давай по музеям походим, детей поводите. И вы что такие-то с своими горками? Детям не пускаешь, ну вон, вот что она, что Лера говорит, а где горки, где горки? Да. Ты че уже которую? Где же горки? Все, я вас снимаю. Итак, это Артем Белый с Надеждой. Где я вас вижу? Вы в Тольцах! Ура! Наконец-то вы выбрались. Не кричи. Ребенок с нами. Ой, тут же Лера. Ничего себе. Лера. Ну все. Вон музей. Пошли в музей. Что, в музей пойдем или что? Пойдем в музей, посмотрим еще. Продается ли? Понятно. Ну что еще скажете? Как вам тут воздух? Воздух божественный, наш байкальский. Надежда, ну, не вижу восхищений. Вот они, вот они. Куда? Сейчас приду за ним. Вот они этими ножками ходят по нашей родимой земле. И вот этими булками качают по нашей земле. Что это такое? Видишь, там на горе возвышается крест. Кто здесь? Так. Куда они тут входят? Входят в церковь? В церковь, что ли? Что это? Еще тут находится? Лера, там ничего не трогай. Ну, как вас здорово видно. Ой, какие домики, смотрите. Ух ты. Да видела. Ух ты. Пойдем поснимаем чуть-чуть. И пряжки тут всякие, да? Сейчас. Кольчуга. Ну ладно, посмотри. Кольчуга снизу. Не, это-то можно трогать, что ты? Здесь нельзя стекла бить, Лера. Я же тебе говорю. Это топор. Вот дядьки кольчуги недавно надевали. Видишь, какая классная. Рубашка и скалечек железный. Это рыцари надевали. Богатыри надевали такие рубашки. И ходили в бой драться. Вот шлем, видишь, шлем. Шлем надевали. С топором ходили. Ух ты, это лестница. Меч. Меч какой, смотри. Меч. Какой это? У кого? Елись. О, а туда наверх нельзя, да? А там что наверху? А было когда? Почему здесь? А было? Мои осы собиралась, так стреливалась. А, стреливалась там наверху? Да. И наверху и начала. А, это как бы главная крепость, да? Да. А от кого они отстреливались? От казаков. От казаков? От наших, что ли? Ну, они же разные были. Да, местное население, это не русское было население? Да.
Да? Пошли на свет Божий. Не снимает, что это было? Это крепость. Что это? Спасская башня Илимского. Это наш остров был, Илимский. Пойдем в школу скоро. Это школа, Лера. Здесь лучше учились до 8 года. Школа. Они давным-давно учились. Они уже ушли, да, Лер? Они уже ушли, да. Тут школа здесь. Парты сидели там, учитель сидел, рассказывал. Основное направление обучения в таких школах было читать, писать и верить. Христа. Понятно. Экскурсовод вы, да? Так, ух ты, смотри, сколько денежек. Мы день не нашли, Лера. Нельзя, видишь, замок. Замок висит. Охотники. Мы же не охотники. Мы же не забираем деньги. Охотники что, забирают деньги? А это что, классная комната? Нет, там учительская. Учительская, да? Это мне сюда. Вот тут водичка была. Здесь воду наливали. Закрыто. Смотри, какой самовар классный. Медный самовар, он очищает, он блестит. Учительская закрыта. Это что? Да. Умывальник, смотри какой, Лера. Умывальник. Прикинь, классный какой. Вот так, не трогай. Немножко наклоняет его, а тут водичка льется. Давай еще посмотрим. Это вот так, да потом должен был. Смотри. Видите ребенка из-за веревочки. Там такая кровать маленькая. Закон Божий, чтение, церковное пение, арифметика, вторник, письмо, чтение, закон Божий, арифметика, среда, арифметика, письмо, чтение, закон Божий, четверг, закон Божий, арифметика, церковное пение, письмо. Пятница, чтение, арифметика, письмо, закон Божий. Суббота, письмо, арифметика, чтение, закон Божий. Воскресенье нету, не учились. Пойдемте! Друзья мои! На горку! Ну что, Миха, вы где? А это где тут? А, вот письмо. Вот они, вот за этим домом. Ну мы к вам подходим уже. О, сейчас на качели будем качаться, давай. Пойдем, бегом, бегом, бегом. Вон она, качели. О, какая деревня была, да? Да. Так красиво туда вообще. Там гора там. Куклы и уборы, хочешь зайти? Пойдем сейчас. Пойдем. Сходим. О, видишь, какие куколки. Так, грейтесь, отдохните, посидите. Ром, ты тут чем славиться? Самоварами, пряниками, оружием. Ну, а вообще, раньше-то вообще как он был? Ну, самое классное. Покорители Сибири, видишь, какие? Хорошо, да, так передает? Вот такая настоящая прям. Это Мина Моисеев. А вот это Варька, дочка его. Наверное.
Видишь, вас создали с картинки. Угу. А ты что? Угу. По сотику говорит. Думает. Нет, он по сотому разговаривает с кем-то. Это Наденька. Смотрит на родственники. Венкика. Видишь, просто жительница Братского и Лимского района. Ну, yes. Нам получается, вот как Серебряно-Прудский район. Вот она, жительница. И Лимский район. Просто. Это Надина бабушка. Я бы сам в такую походил. С удовольствием. А? Золотой. Да ладно, не золотой. Не золотой, а красиво очень. О, Настя. А купи мне такую шапку. 19 век. Знаешь, как это называется, эта тряпочка? Позапилень. А вот это то, что нам понравилось. Называется повойник. Своей красотой. Вот откуда пошло это слово. Кичиться. Кичка. Все описание есть. Остас нет уже, они ушли. Мария Тихонова делает это, эти куклы. Она с этим гуляет здесь. Разные нации, разные костюмы, разные регионы. Солнце яркое, да, светит? Продают, да, это все? Все продают. Медведички такие классные. Здесь все мастера. Не перекупщики, мастера. Все сами делают. Некоторые даже выставки делают. Почти у всех. Так, welcome написано. Добро пожаловать. Смотри, их своих как зовут? Надежда. Вера, Надежда, Любовь, Мать, Софья. Прочитай, что там за святая? Надежда, Вера, Любовь. Ему должно написано быть про нее. Что-что? О, меня снимать не надо. На входе прям.
Ну вход вообще. А, здесь, наверное, маленькие двери тогда. Да, люди были маленькие. Ой, ручка оторвалась. Сама отскочила. Чего тут только нет. Мужчина кончился просто. И мужчина, видишь, какой яркий. Надя тоже обратил внимание. Родственник наш здесь был. Надо же. Ну ладно, что, видишь, нас не узнают, значит, мы не распишемся. Мало по телевизору мелькали. Значит, не будем тогда расписываться. Слегка надо, видишь, как. Есть такие вот. Иначе печка маленькая, все. У нас вот такая есть, в принципе. О, на меня есть. Там лен. Алло. Ну, мы тут в гончарной мастерской. Нас, представляешь, не узнали. Катаемся. А вы нам больше нравитесь? Посмотрим, Надь, видишь, привлекает внимание мужчина. Девушка, мужчина, не поставьте февраля кузнечик. Они надо им не предлагают, а снимают они кино. Ну, это ничего. Хуже, чем и таким занимаются. О, там звезда, там, значит, это, там горка, Надь. Нормальный мужчина. Идем к каким-то горкам. Не торгуют тоже. Вот, лошадя. Это ж не кареты, это так. Пока оса есть. Взял собрался, они сюда поехали. О, не эти собаки с тобой знают. На ходульках. Ты умеешь на ходульках? Нет, конечно, ты что? Тоже хочешь? Ой! Смотри, Вера, папа твой самый лучший. Смотри. Доску
скользкие вообще. Ниндзя, мы с тобой ниндзя. Опа! Дистанция, кто дальше на ходуле пробежит. Давай, дальше, давай. Беру. Нет, давай даже кто. Я принимаю бой. Давай. Да ты даже метра не пройдешь. Че, хочешь попробовать? На лошадке. Видал, сколько я шагусь? Молодец. Ну что, давай. Кроссовки. Соревнования. Я хочу на лошадке. Вот от этой линии надо. Кто дальше пройдет, тот победил. Сядем, пошеревнуемся. Первый Стас. Стас долго старается. Опа! Опа! Вот он! Да! Моя линия! Хорошо! Стас линию поставил. Я выиграл! Ты выиграл! Что ты выиграл? Лера, подъедь сюда. Так, что у нас время? Чего? Молодец, умнички, дочки. Я вам смотрю, как ты. Давай. А где Миха-то? Давай еще раз. Слушай, сними. Давай. Во, молодец. Давай. Молодец. Подожди, что ты делаешь? Все? Ручки правильно. Пошли. Опа, о, идет! Опа. Идет сама! Молодец! Опа! Куда я ушел? Эх, Стас, я тебя снимал, но я забыл открыть камеру еще раз. Ты никак не зафиксировал! Да я еще вас смогу так! Ой, я не спустили!
Надя тоже решила. Надо их прижимать к ногам, и тогда не будешь уже самое упадывать. Рома тоже вчухнул эту тему. Я вообще первый раз видел на ходулях. Надя, неправильно держишь руки. А мы на ходулях, это, я же в цирковой студии в детстве был. Да ты и что? Мы на ходулях и сальто делали, все. А сейчас можешь сальто делать? Конечно, все, что мы делаем. Я тоже могу сальто. Молодец. Взад и вперед. И сальто, и рандат, и фляг можно могу сделать, все могу сделать. Ну, Стас, мы вообще в тебя верим. Так, ну что это, туда шкуру мы пойдем брать еще раз или что? А там какие шкуры? Так, берите не шкуры, а этот линолеум. Вот, кто так на ногах ходит, а? На ходу ли кто такой? Циркачи кто? Цапли. Ни хрена горка. Страшная. Санки, девчонки, это чьи санки, ледянки, не знаете? Наши. А может мы возьмем прокатиться? Нет, сейчас это для детей. Нет, детишкам. Детишкам. Конечно, детишкам. А сюда не пускают, надо будет кататься. Серьезно? Да, они вот сами хотели сейчас. А, на них убиться, потому что можно. Здесь уберите кататься. Какой здесь смысл? Ну, поехали. Это взрослый. 180 считать умеешь. Усаживаемся, а дети. Не будем считать, да? 200 рублей нет. Даю и все. Они же маленькие. Нет. Как нет? По 40 рублей дети. 40 рублей дети? Вика. Ну, считай. Помаши папе ручкой. Плюс по 40 рублей дети. 200 рублей. 260. Ну, молодец, умеешь считать. Думал, считать ему. Это Вика. О, на ту понял, да? Это странно. Ура! Ой! По машину. Вот нам сияние снег. Ура! Новости сейчас. Диктор. Там пикселей-то хватит, нет? Так точно. Ну ладно. Сколько там их всего? Два, что ли? Нет, наверное, больше. Нам микрофон дай. На кого работаем? Ложка. Ну ты даёшь! Давай ещё круг. Денег давай! Пойдемте на Матвей! Крошка! Покататься, классно! Дельфина хлопнет! Свет! Темно очень! Как он? А попробуй заднюю ножку. Заднюю ножку. Все те же. А ты что, пчел как? Вы-то поедете или что? Может поедут. Пойдем. Мы не поедем, Миша. Почему? Мне не нравится горка, да всю жопу отобьешь. Да ну я. Нормальная горка. Ну давай, и вам не жалко свою задницу. Не с большой, а с маленькой.
Не, вы едьте, едьте, Надь, ты будешь? А что не... а ты переживаешь-то? Да. У вас задницы мягкие, большие, хорошие, что? Так поэтому они большие, хорошие, что мы их не отбиваем. А еще я одному другу тут помогал тащить этот, как его? Диван. И я надорвал спину. Я сейчас, если поеду, я отобью всю жопу. Ну, у меня спина и жопа-то, они же вместе. Неотделимые вещи. Ты на животе ехал, Мих? Да. Я на животе. Да я даже на коленках ездил. Ты что? У меня ребенок боится всякое ездить. Я уже и так с ним. А, ты это обучаешь? Но. Да она маленькая еще, девчонка. Ты что, у тебя сколько? 4? Еще нету даже. Ну, тем более. Ну, что, видишь, очередь какая? Может, они не поехали уже долго на воздухе мы. Поехали кариуса возьмем, там можем посидеть даже в кабачке немножко. Ну что, поедем мы себе, ну что? Прокатимся сейчас. Зря что ли брал все, ледянку. Прокатимся? Мы просто хотим это, тоже пораньше приехать домой. У нас же биатлон. О, я чуть всю дорогу снимал. Он нас тоже в 6. Прокатимся? Снимаю, как Стас собрался. Вот, ну что, давайте там отходите все, народ! Ну погнал, погнал! Все, никого нет, уезжай. Да ты что? Да! Там очередь! Да и что? Очередь нет, не пойдем домой. Ой, а я чуть не снял. Где они? А вон они. Ты знаешь хоть как рулить-то, э? Любимая моя женщина! Я делаю это ради тебя! Оружие потерял. Я не пойду.
Валя, пойдем. Ура! Ура! Давай, давай! Все! Дайте я его побежу! А, это он будет? А, Вася! Это я буду! Алёха, Алёха, всё! Давай! Поставим! Посмотрите! Поставим! Я не могу, я мне страшно. Я видел эти глаза. Ну все, все. Ну давай, что ты как этот, да чухак-то? Ну ладно. Побереги! Что ты хочешь? Мне страшно. Не, ну ты что, не все, я сдаюсь. Я сдаюсь. Ты ходишь и не жалей. А я, Сарик, могу? Поймали? Да, голову поймали. Нормально. У меня мешок тяжелее. Матами не ругайте, пожалуйста. Чемпион! Ну нормально, силу сейчас. Чемпион Тальцов! Артём Белый! Да, меняется. Дай очки. Сейчас, подожди, посмотрим. Чемпион Тальцов! Очки давай подержим! Залай, что ты? Чего такое? Вот он, глаза! Так, раз есть. Один. Опа. Это как? Ну кто? Это мы запарились, поэтому это камера еще не остылась, да. Копылоха. Копылоха. По сведению. Нет, там чуть-чуть не так. Здесь? И в карман ложи. Такая же история. Не надо. Настоящие отцы. Будем одеваться. Я помню, в детстве тоже с отцом на качели ходил. Прям помню этот момент, он меня всегда качал. Потом взял и перестал. Говорю, ну давай качай. Говорю, качись сам. Я говорю, как сон-то? Ты что, папа? Я же маленький. Давай-давай сам, кого ты что? И все, и так вот, говорит, приседаешь. Я вот тогда переключил. Сейчас я держал, потом перестал держать. Нет, плавать не, я учился. Я сам учился, с пацанами хожу. Нормально? Плавать, по-моему, Надя, тебя так учили? Что? Шаман камень, вон он. Самый маленький. Речка. Речка. Море. Это Байкал. Речка.
Вон они горы, Надь, с той стороны, видишь, да? В прошлый раз мы же не видели их. Миха, ну скажи, какие там горы, а? Да классные там горы, я был там. Видишь, Надь? Это шаман камень. А это Байкал. И горы. Еда, я вам специально скажу, найти принять ключик и наберу их со мной этой воды. Артём! Что, Артём? Так вот мы собрались. Путь. Торговый день. Вот. Прошляем. Возьми, блин. Так, вот четыре ручки, вот четыре ручки.